Всем привет, с вами Ерчамп. Сегодня у нас распаковочка Beyblade Bloody Longinus, или же Longinus, как его у нас называют. Вообще, продавец сказал, что Beyblade — это компания SB, однако же Storm Gear надпись я вижу и не вижу надписи компании SB, поэтому, возможно, немножечко обманул. Но сейчас мы посмотрим. Я тут ножик взял, но, возможно, он мне не понадобится. Хотя... узнает. Итак, чего я жду? Я жду хороший левосторонний атакующий волчок от этой распаковки. И также я жду, что металл будет действительно металлом. Так, есть ли у нас какие-нибудь указания на производителя? Можно ли его как-нибудь понять? Наверное, нельзя, если только не сам Storm Gear является производителем. Или же СБшка просто перестала писать свое название, в чем я сомневаюсь на самом деле. Итак, открываем коробочку. Что мы получаем? Поддельный под Такаратоми лаунчер с очень маленьким шнуром. И фишка, как у первых лаунчеров Hasbro, что он не останавливается, если вот этого автостопера у него нет. Играть им, ну, наверное, как-то можно. Я бы не советовал. Так, давайте дальше. Достаем драйвер. Драйвер вроде как похож на оригинальный. На пластике есть некоторые заусенцы, что, конечно, не может радовать. Но да ладно. Дальше. Металлический диск достаем. Он легкий. Он легкий. Но качество металла будто бы лучше, чем у USB. Но он действительно легкий. И энергетический слой. Да, я чувствую, что здесь металл. Есть металл. Вот наш Longinus. Конечно, можно смеяться над определением качества металла с помощью пальцев, но, знаете, просто чувствуется иногда более такой приятный металл. То есть, если взять драйвер от Hasbro какой-нибудь, вот я пропылю вам Диаблоса, или же Венома, как называют. Вот он здесь прям приятный. Он гладенький, он тяжеленький. Энергетический, ну, металлический диск. Ну и да, он потяжелее будет у Hasbro. Вот прям чувствуется, что приятный металл. На SB чувствуется, что он какой-то, что ли, шершавый прям сильно. И чувствуется прям... ощущается не очень приятно. Давайте-ка мы Longinus тогда соберем. Угу. Вот такой Longinus. Давайте-ка попробуем его запустить с родным пускателем. Гениальнейший ход от производителя. То есть он правосторонний пускатель. Если мы попробуем его зарядить влево, то он не заряжается и будет запускаться вправо. Конечно, мув такой себе. Осуждаем. Ну да ладно. Давайте, так, у нас есть левосторонний лаунчер. Мы можем его спокойненько запустить. Скоро появится нормальная арена у меня. Давайте-ка попробуем на этой. Знаете, весьма приятно мне он кажется, то есть по весу он неплохой, то есть сейчас давайте возьму рудер, он тяжелее рудера, то есть прям вообще тяжелее конкретно. По весу он ощущается неплохо, по выносливости мне кажется тоже, то есть довольно приятно. Сейчас пробуем сделать нормальный запуск, типа под углом, посмотрим, как он себя будет вести. Но, конечно, надо такой запуск делать с волчком, потому что весь смысл этого запуска теряется без волчка после первых двух его кружений. Да, неплохо, неплохо. Я чуть угол перебрал, поэтому он слишком долго в стоящем положении находился. Но в целом, такой вот у нас Bloody Longinus, была такая вот распаковка. Мне понравился, на самом деле ощущается, он прям очень приятно. Надеюсь, металлический слой, ну вообще все запчасти будут жить долго. Но вот прям приятно ощущается, вот не знаю. Прям хорошо. Ну и на этом, я думаю, все. Скоро будут с ним битвы. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.